Но иногда нервы сдают. Честно, вот у меня нервы сдали. Мне прям... У нас будет частный дом. Обязательно что-нибудь зеленое, желтое будет присутствовать в интерьере. Смотрите, какое красивое оформление. Такой серьезный мальчик. Мансур, ты здесь король. Всем привет! А у меня сегодня вечернее включение. Дети играются. Обычно я с утра снимаю, а сегодня вечером. Так как сейчас к нам придут гости. Посидим, отдохнем. Я вот так вот выгляжу. Сейчас вспышку уберу. Чуть-чуть макияж тоже сделала. Вот так я сегодня проснулась такая бледная. Не знаю, с чем это связано. Железо я принимаю до сих пор. Ферлатум фол называется. Я сделала чуть-чуть румяна и покажу, как я стол оформила так немножко. Сегодня мы решили поужинать сушами, роллами. Как раз Расул тоже пришел. Привет. Это уже дети кинули мячик. Здесь у меня, смотрите, румяна остались. Нужно мне помыть руку. Так, я, по-моему, не сказала. Вот такие вот бокалы я купила еще с Дагестана. Потише, дети. Очень красивые, необычные. И знаете, не инкубация. У всех одни и те же, а у меня, видите, вот такие вот эксклюзив. У кого такие, пишите в комментариях. Я не видела. Тарелочки здесь у меня вот такие вот. Вдруг понадобится, а это для чипсов. Вот так вот у нас весело. Детям очень нравится, когда гости приходят, да и нам тоже. Мы ждем. У нас вечерние такие посиделочки. Будем сейчас вкусно кушать. Вот, нам приятного аппетита. Спасибо. Да, Расул? Да. Всем привет, мои дорогие. У нас сегодня уже следующий день. У нас дубль 2 сегодня. Едем делать стрижку Мансурчику. Так как в прошлый раз не получилось. Здесь неподалеку Расул еще нашел детскую парикмахерскую, чтобы она именно была с машинками. Мансурчик очень хочет сидеть в машинке и стричься. Мы еще поедем в торговый центр «Красная площадь». И самое главное, чуть не забыла, будем искать школьные столы. Вот. Два стола нужно. Школу, рабочее место. Девочка. Слышите, как меня зовут? Давно не виделись. Привет. Солнышко такая крутая вообще сегодня. Красавица моя. Мансю, ты что делаешь там грязно, Расул? Здесь такая лужа у нас, смотрите. Не делай, Мансур, не кидай. Потом на меня брызги и на вас пойдут. Ляночка, привет. Привет. Моя красавица. Мансур, все, пойдем, там будешь играть. Все, идемте, оставим вас. Сами пойдем, пойдем, Мансю, давай быстрее. А вы знаете, я думала, сегодня не так холодно, а вышло прям, среду, знаете. Мокрый снег будет, говорят, по погоде. Даже снег будет? Надо было сапоги. Я аж прям начинаю дрожать. Не хочет в машину. Вот такие вот у нас капризы постоянно. Подстраиваемся под Мансура. У нас погода ужас, холодина. Девочки, вам не холодно? Холодно. Холодно рукам, лечу. Рукам, рукам скажи, рукам. Давай сейчас сядем в машину, давай. Сейчас будем ждать, пока Мансурчик успокоится. Мы ему включили мультик. Он у нас всегда. Вот в это время, то, что он захотел, мы должны все делать. Вот именно вечернее время у него начинается. Он обедом и не спал. Ну, дай телефон, дай.
Ну, семейная жизнь, детки, конфетки, так бывает. Думаю, у всех. Сам включай. Все, едем, едем. Сейчас немножко в машине поспит, успокоится. Мы едем на стрижку Мансурчику, так что, думаю, он успокоится и даст сделать. Мы записались в этот раз. Думаю, получится. У нас сегодня дубль два. В прошлый раз не получилось стрижку сделать. Ой, водичку не купили, росу. Магните. Ну, зайдем сначала, стрижку делаем. Недалеко здесь, да? Да, на Гагарина. Ух, хулиган наш! У меня даже уже мысли вот так вот все в кучу, не могу собраться. А после стрижки мы едем в торговый центр «Красная площадь». Я там хочу зайти в мебельный магазин «Хофф» называется. Там будем смотреть мы школьные столы девочкам, школу, рабочее место их не будет. Так что будем выбирать два стола. Может быть, два совмещенных стола, там еще чтоб полочки были. Но не знаю, посмотрим. Ну, приехали, сейчас будешь на машинке катать, а Майзю. Успокоился ребенок, видите? Будешь кататься на машине? Просто моментально настроение все меняется. Вот то, что он хочет, он должен этого добиться. Все. Вот здесь будем стрижку делать. Happy Kids. Подожди, Дарасу. Давай, встаем. Первый пошел. Куда идешь? Куда? К папе. Иди, пожалуйста, к папе. Вторая девочка. К папе. Заходим. Манчу, тебе интересно? Такой серьезный мальчик. Машенька, как ты хотел. Девочки играются. Смотри. Мансурнася, смотри, какой что красивый хомячок. Хомячок делает. Отвлекаем, как можем. Сколько людей его отвлекают. Мансур, ты здесь король. Чуть-чуть осталось, потерпи. Весь он в волосах. Будем феном убирать. А домой пойдет? Да. Девочки играют. Почему я не сняла завершение стрижки? У нас произошла истерика невозможная. Мансурчик не дал до конца постричься. Он сейчас спит. Фатима тоже заснула, и Мансур тоже заснул. Еле как мы его вывели с парикмахерской, потому что он прям очень сильно плакал. Я не знаю, что и как будет дальше. Поедем мы на Красную площадь или не поедем, но он должен поспать. Я понимаю, что это ребенок, все, но... Но иногда нервы сдают. Честно, вот у меня нервы сдали. Мне прям очень нехорошо и глаза на мокром месте. Вот. В данной ситуации со стрижкой мы считаем, что парикмахер детский, он виноват, так как он оперативно не сделал свою работу. Он прекрасно знает, что дети, они не усидчивые, они быстро устают. А сидел Мансурчик где-то полчаса, в общем, 15 минут спокойно, а потом уже начал истерить. Мы думаем, он сейчас поспит и все будет нормально. Мы все равно решили ехать на Красную площадь. Настроения вообще нету, абсолютно. Ради вот девочек, чтобы они немножко развеялись. Очень холодно сегодня. Немножко поспали дети, а мы уже приехали. Пойдем. Только холодно сегодня. Очень холодно. Мы уже на месте. Хотим сюда.
Возле меня стой, пожалуйста, возле меня. Сейчас мы поднимемся, будем искать школьный столик. Чуля. Здесь такие красивые аквариумы. Сейчас я вам покажу. Мансурчик с новой прической, капризненький. Где ты, Мансю? Динозавры разные. Подводный мир. Еще один подводный мир. Плохо видно, Лян? Да, этот вообще огромный аквариум. Тоже интересный. Пойдемте. На второй или на третий этаж? О, блогер, привет! Привет! Фатима голодная, говорит, я кушать хочу. Ляна, пошли. Ляна говорит, какая красота, сними, мама. Мансю, смотри, сколько шариков. Или мячиков. Это мишка огромный. Девочки говорят, им стало страшно. Красивые мишки, да, девочки? Очень красиво оформлено все. Ну, это обычные шарики. Это, видимо, на 14 февраля еще они экспозицию сделали такую, оформили. Мансур близко не подходит. Посмотрите, какая Фатима обжора. Сегодня с ней что-то не то. Она все хочет кушать, все пробует. Взяли вкусняшки. Дети сидят, у них перекус такой. И Мансурик кушает. Это что-то. Столько всего накупили им. Девочки меня искали, а мы в Хофф магазине. Все приехали. Я присматриваю один из столов. Смотри, здесь такие ящики. Три ящика, в общем, без доводчиков. Цена 4800 со скидкой сейчас. Ну, цвет мне не нравится. Лян, давай садись. Ляночка, сядь на это кресло. 4200 оно. Неудобно будет, да, наверное? Неудобно. С колесиками. Да. Да, я тоже так думаю. А, солнышко! Вот этот стол тоже хорошего качества, но он трансформер. Оказывается, это как туалетный столик. Здесь зеркало. Видите? И вот такие вот отделения. Ручку убери. 8600 рублей. Как мне нравятся вот такие вот цвета диванов. Когда у нас будет частный дом, обязательно что-нибудь зеленое, желтое будет присутствовать в интерьере. Этот диван сейчас 40 тысяч со скидкой. Вау, еще цвет тоже красивый. Камера не передает. Он, знаете, такой бирюзовый, что ли, цвет. 50 тысяч. Нам понравился вот такой вот тоже. У нас есть вот такая же мебель, кровати у девочек, спальня. Девочки не хотят спускаться, им очень понравилась такая кровать. Двухъярусный автобус. Кстати, это для мальчиков. А где Мансю? Смотрю там. О, Мансур здесь присматривает. Мансю, это для девочек, солнышко. Кстати, очень красивая. Алиса называется, да? Да, Алиса. Вот такой вот мы подобрали. Он получается два в одном. И здесь ящики. Хороший стол. Столики выбрали, вернее, один столик, два в одном. Пошлите. Мама, смотри, как я катаюсь. Красивое кресло. 19 тысяч.
Все, закрывается магазин. Угу. Давайте быстрее. Столько пересмотрели. Спасибо, до свидания. Столько пересмотрели мы этих столов и остановились на очень хорошем. Смотрите, какой цвет интересный. Это одна тумбочка 4800. У нас вышло 13600. Сейчас я иду оплачивать. Вот, довольна. Довольна я покупкой. Во вторник будем забирать. Хочу снять эту красоту вам показать. Смотрите, как красиво. Цирк Дю Солей, да? Иду, иду, иду. Там не поженились, а там они... Смотрите, какое красивое оформление. Как городок, да? Как жилые дома такие. А это рестораны. Красота. Мансура танцует. Ух ты! Дима, на шапку. Алиана у нас кушать хочет, да, и снимает все. Папа, мама, это тут сидеть. Да, это флаг.